Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Как видите, если вы видите, в Судаке пошел снег. Сегодня температура воздуха минус 2 градуса. Поэтому, друзья, холода пришли в Крым. Началась настоящая зима. Сейчас я иду по улице Южнобережной. Хочу показать вам район аквапарка. Возможно, вы тоже ходили по этим улицам. Возможно, вы где-то здесь жили. Сейчас идем вообще на набережную. По этому району буду показывать вам, что здесь творится в межсезонье. Те, кто отдыхал здесь, знают, сколько здесь летом людей. А как зимой. Я и ворона потише ролик снимаю. А зимой здесь вот так, друзья, безлюдные улицы, никто не живет, никого здесь вообще нереально увидеть в это время года. Поэтому пойдемте смотреть, будет, надеюсь, интересно. Сразу говорю, поддержите ролик большим пальцем вверх, напишите свой комментарий и обязательно подпишитесь на канал в YouTube Александр Михаленко. Ну а мы, друзья, с вами погнали смотреть район аквапарка. Друзья, хочется отметить, что в прошлом году жители этого района сбросились на так называемый мягкий асфальт и сделали себе вот такие дороги. Посмотрите, какой асфальтик стал. Раньше здесь была грязь, идти было невозможно. Но сейчас район аквапарка преобразовывается, становится лучше. Жители вот сделали сами себе вот такие, такое покрытие, по которому приятно идти и тем более ехать на машине. Смотрите, некоторые люди возле своей гостиницы выложили все плиточкой. Это вообще супер вариант. Когда идешь по плитке, высадили вот так деревья возле своей гостиши. Но район, смотри, как преобразовалась, тут сразу местность, очень красиво. Поэтому однозначно лайк этому хозяину, кто так сделал. Здесь поставили детскую площадку. Видно, что она из качественного материала. Кто-то по такой плитке едет на машинах. Наверное, хорошо ехать ему. В общем, друзья, однозначно лайк тем, кто делает вот такое возле своих гостиниц. Смотрите, здесь тоже высадили кипарисы. Все красиво. Летом здесь вообще, когда начинает все зеленеть, когда цветут здесь розы, цветы, все вообще становится еще красивее. Поэтому, как будет тепло, обязательно здесь пройдемся. Также все для вас сниму, все покажу. Хозяева гостиниц, которые хотите обзор про свою гостиницу, пишите мне ВКонтакте, либо в комментариях под этим роликом. Все обсудим, договоримся. Это еще, друзья, улица Южнобережная. Сейчас мы выйдем на перекресточек. Скорее всего, видео тоже будет без всяких там нарезок, без склеек. Такое длинное, большое, чтобы вы полностью посмотрели, вспомнили эти места. Так, друзья, идем к Южнобережной. Дальше кафе Хорика. Давайте пойдем в сторону Хорики. Покажу вам, как там сегодня все. Тут идут какие-то стройки, потому что сейчас в межсезонье все строятся в основном. Ветер холодный. Зима настоящая началась. Посмотри, какие здесь растения крутые. Люди тоже что-то высаживают, стараются облагородить свою территорию прилегающую. Здесь идет строечка. Так, друзья, движемся к кафе Хорика. Оно работает и зимой, поэтому если вы зимой приехали отдыхать сюда, можете сюда спокойно зайти. Я однозначно рекомендую. Это кафе или ресторан, что это, напишите. Я здесь был несколько раз, очень все понравилось. Также читал отзывы в интернете, нет плохих отзывов об этой кафешке. Ну и те, кто здесь отдыхал или там, друзья, в комментариях напишите, посещали ли вы этот ресторанчик, кафешку, и как вам понравилось или нет. Хотелось бы услышать ваши отзывы реальных людей. Вот такая кафешка Хорико. Здесь есть отдельная детская комната, вот домик целый для детей. Поэтому детей можете отдать туда, а сами будете кушать и гулять в другом зале.
Все, друзья, заходим на вот такую улицу. Это улица Адмиральская. Я уже когда-то ее давно еще показывал. Посмотрите, как люди благоустроили свою улицу. Здесь каждый, походу, скидывался на плитку. Они сделали ее под наклоном, чтобы вода после дождя сразу уходила туда, не задерживалась на улице. Посмотри, как все красиво. Вот вообще красиво. Смотрите, из камней сделали такие розы. Это тоже очень красиво. Так, движемся дальше. Они сами здесь сделали себе освещение. Поставили вот такие фонари. Выглядят они тоже так прикольно. Ну, в общем, жители улицы этой молодцы. Кстати, тут три улицы таких, если не ошибаюсь. Адмиральская. Дальше еще какая-то. Не помню их название. Они также сделали все плиточкой, выложили. Высадили деревья вокруг своих домов. Ну, в общем, благоустроили улицы. Поэтому отдыхать здесь уже комфортно. Даже по приезду сюда после дождя вы сможете спокойно дойти до моря. Не по грязи, а вот по такой плиточке. Здесь рядом находится аквапарк. Ну, многие здесь отдыхали из вас, наверное, все знают, всю эту местность. В общем, однозначно лайк таким улицам, чтобы их становилось только больше в Судаке, а чтобы люди тоже были такие дружные. И скидывались на благоустройство своих улиц, и чтобы администрация города их поддерживала и помогала. Потому что вот это и есть туристическая привлекательность города, друзья. Вот приятно жить в отеле и выйти на такую улицу. Посмотрите, сейчас на дворе февраль, а здесь цветут розы. Это Судак, друзья. Еще какие-то цветочки цветут, посмотрите. Февраль, Судаке, это что такое? Похоже, друзья, на барбарис. Да, это есть, наверное, барбарис. Напишите в комментариях, что это. Пробовать я не буду, мало ли это не барбарис, еще отравлю чем-нибудь. Вот тоже красиво сделали, посмотрите, цветочки выставили. Здесь высадили разные растения, это розы, друзья. Вот для этого эти розы будут цвести, вообще будет красиво. Вот такой заборчик. Нарисовали павлина. Тоже выглядит очень красиво. Вот здесь какие-то вечно зеленые такие растения. Так, движемся дальше. Мы уже практически дошли до аквапарка. Сейчас покажу вам, как все там у нас. Что там вообще происходит. Вот, друзья, тоже посмотрите, красивейший рисуночек на стене. Уже не обычная стена, а вот такая сова нарисована. И это очень круто. Приятно вот пройтись, посмотреть на такие рисуночки. Посмотрите, здесь чисто, нет ни одной бумажки. Но, кстати, ур нету и нет ни одной бумажки. Тут, возможно, кто-то убирается. Возможно, люди сами все убирают. Но красиво все и чисто. Вот так было бы во всем городе, это был бы лучший город в Крыму, друзья. Судак и так лучший город в Крыму, так бы он стал еще лучше. Вот тоже такие какие-то рисуночки. Вот здесь розы растут. Так, выходим к аквапарку, к футбольному полю. Это место уже 90% из вас знают, потому что вы здесь ходили, вы здесь отдыхали. Вот, друзья, выходим на эту улицу. Вон аквапарк через поле. Здесь тоже все, посмотрите, как красиво. Вы идете к морю по плиточке. Идеально, правда? И до моря здесь недалеко. Здесь тоже вот высадили кучу роз. И они тоже цветут, друзья. Вообще красота. Здесь юки, розы, кипарисы. Когда кипарисы вырастут, это вообще будет очень-очень красиво. Их тут подкапывают, добавляют удобрения, ухаживают за ними. Поэтому они не пропадут. Они, скорее всего, я надеюсь, переживут морозы наши судакские. И доживут до лета. В общем, красота. Так, пойдемте дальше.
столовая, детская площадка. Но здесь я в столовых магазинчиках не был, поэтому не могу вам ничего здесь порекомендовать, что да как здесь. Вот по этой улочке вы 100% ездили или ходили. Здесь куча разных магазинчиков было открыто, когда был сезон. Разные сувениры, магнитики. Привозите свои магнитики в этом году мне. Если уже привозили магнитик, привозите. Я не знаю, что-нибудь интересненькое, что-нибудь съедобное, вкусное. Поэтому жду от вас какие-нибудь сюрпризики. Вот здесь такая прикольная гостиница. Шахматная ладья, Олега называется. Видите? Их тут сколько? 1, 2, 3, 4, 5. И вот такая пристроечка, шестая какая-то. Ну, выглядит тоже красиво. Достойно для нашего города. Так, друзья, мы уже подходим к аквапарку. Как он там зимой. Конечно, снежок срывается. Надеюсь, что на днях он выпадет, все заметет, чтобы наделать крутых видеороликов. Кто хочет видеть крутые видеоролики с зимним Крымом, подписывайтесь на канал Александр Михаленко в Ютубе. Поддерживайте каждый видеоролик. Друзья, не забудьте поставить колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о выходе нового видеоролика. Это очень-очень важно. Кто еще не поставил, прошу вас, поставьте колокольчик. Находится он возле кнопки «Подписаться». Ну все, вот он, аквапарк наш. Вот стояночка зимой, которая становится бесплатная. Аквапарк закрыт, не функционирует. Блин, ветер подул, вообще холодно. Сейчас пойдем к морю, на набережную, посмотрим, что у нас сегодня происходит там. Что вообще с морем? На днях был сильный шторм, размыло несколько пляжей в Судаке. Блин, друзья, холодина. Мужик на велике едет. Как у него не замерзают руки? Объясните мне. Вот. Здесь вы катались на горках. Напишите, катались ли вы на самых экстремальных тех горках, где нужно падать. И как вам, понравилось или нет? Как вообще аквапарк, вам нравится или нет? Как он едет? У него замерзли, наверное, все руки. Потому что я камеру держу, у меня уже пальцы отмерзли. А там нужно держаться за руль ледяной. Вот, друзья, горки. Тут такие детские горки, видимо. Все, мы уже подходим к морю, к набережной. Сейчас все вам покажу, что происходит. Здесь такие виски, фото аквапарка. Здесь, как видите, все закрыто. Зимой в Судаке вообще все закрывается, что находится на набережной или возле набережной. Поэтому ни кафешки, ни туалета. Нет, туалет, кстати, работает где-то там в районе крепости. Вы не найдете. Работает только две, нет, три кофейни на набережной. И все. А чтобы покушать где-то, нет таких мест. Ресторанчика, к сожалению, нет на набережке. Зимой. Так, друзья, я уже вижу море. Море сегодня не штормит, спокойное. Здесь находится крокодиловая ферма. Я вообще против всех этих крокодиловых ферм, зоопарков, вообще дельфинариев. Поэтому, как вы к ним относитесь, напишите в комментариях, ходили ли вы сюда или нет. Здесь тоже, посмотрите, все закрыто. Вот такие тандыры стоят. Летом в них пекли, скорее всего, самсу и горячие лепешки узбекские. А сейчас они просто вот так стоят. Никому не нужны. Так, друзья, где мы выйдем на набережную? Давайте пойдем вот там. Такое кольцо. Там посадили какую-то такую елочку необычную. Ну хоть что-то. Хоть как-то украсили его.
Мы сейчас пойдем через тайный проход к морю. Там, та-дам, та-дам. Вот это здание разрушенное, к сожалению, портит вообще всю привлекательность нашего города, потому что люди, которые приезжают на отдых, тем более это пляж колхозный, где собирается очень-очень много людей, видят, друзья, вот это убожество. Снесли бы его, сделали здесь парковку, либо построили что-нибудь. В общем, однозначно, вот это не должно находиться на набережной города Судак. Печальная картина. Так, мы с вами идем к морю. Посмотрим на море, какое оно сегодня. Так, друзья, давайте сюда спустимся где-нибудь. Посмотрите, какое море. Оно сегодня спокойное. Пляжи колхозные, все вы здесь были. К сожалению, он уменьшился после последнего шторма. Сейчас покажу вам. Хотя уже показывал, но еще раз покажу, сколько здесь смыло песка в море. Так, давайте спустимся. Вы здесь готовили шаурму? Пишите в комментариях, если вы пробовали здесь. Но это не самая вкусная шаурма в Судаке была. Поэтому, надеюсь, вы пробовали самую вкусную, которая прямо на пяточке готовилась. Двинем в эту сторону. Спускаемся на пляжик. Вот, друзья. Песок был на вот таком уровне, посмотрите. То есть вот так здесь был песочек, сейчас его смыло, пляж однозначно стал меньше, я уже показывал видеоролики отсюда. Пляж был, видите, вот эти штырьки железные, трубы, которые, по эту линию был пляж. А сейчас мы туда вообще не дойдем, потому что здесь море, вода. Пляж однозначно уменьшился, но к лету еще будет, я не знаю, сколько штормов, поэтому все возможно исправится, и он снова вернется. Песочек, я думаю, вернется. Ой-ой-ой. Поскорее бы море уже успокоилось, стало чистым, и мы с вами пойдем купаться. Потому что я уже хочу купаться. Соскучился по морю без купаний. Вот такой, друзья. Водичка, конечно, мутная. Кораблики вон стоят, три штуки, от шторма тоже прячутся. Да, друзья, здесь вообще пляж, смотрите, какой стал маленьким. Вода прям до ступенек доходит. Да при том, что волны небольшие. Да. Пляжик уменьшился у нас в этом году. Однозначно. Вот такое море сегодня. Ну что, друзья, вот такой был видеоролик. Надеюсь, он вам понравился. Надеюсь, я показал вам те места, где вы отдыхали. Вы их вспомнили. И обязательно поставили лайк под этим роликом. Написали свой комментарий. И подписались на канал. С вами был Александр Михаленко. Встретимся уже завтра в новом видео. Всем пока.